История родника «Большой фонтан» началась в XIV веке, в период, когда возле природного источника стали селиться люди. За сотни лет поселение разрослось настолько, что ему присвоили статус села. Сегодня «Большой фонтан» – один из самых крупных микрорайонов города. А вот источник, давший название населенному пункту, нынче переживает не самые лучшие времена. Несмотря даже на то, что несколько лет назад его внесли в реестр гидрологических памятников Приднестровья. Возникла проблема в том, что этот ручей, загаженный, заиленный. Зимой, оказывается, перемерзала улица. Работы по благоустройству гидрологического памятника начались более 5 лет назад. Тогда инициаторами выступили жители самого микрорайона «Большой фонтан». Они провели косметический ремонт железобетонного стока и установили поклонный крест. Позже из средств экологического фонда выделили средства на устройство скамеек и тротуарные плитки на дорожках. Сегодня специалисты ЖКХ заняты расчисткой русла ручья. Там была вторая труба, сделанная кем и когда, неизвестно, никто не знает. Ребята вручную вычистили, вытащили эту трубу, диаметр где-то 400 или 600 миллиметров бетонная. Все, сейчас пустили ручей по тому руслу, по которому он должен идти. Вывезено уже 5 полных прицепов мусора тракторных, только мусора и вот этого ила. И также два прицепа вывезено веток и тех спиленных аварийных деревьев. Общая протяженность ручья 1800 метров. На расчистку русла из средств экологического фонда было выделено 50 тысяч рублей. Половина из них освоены. 1000 метров русла уже привели в порядок. В данный момент работы идут полным ходом. А когда они завершатся, у жителей поселка Южный микрорайона «Большой фонтан» вновь появится озеро Каланька, исчезнувшее почти 15 лет назад. Ирина Гуска, Анжела Каранчук, Надежда Паерели и Семен Баланко. Первый приднестровский телеканал.